6 pompate di zucchero e una pompata di questo. Вот этот сироп, который приготовил Джованни, он говорит, что это сироп типа манин. Он положил 6 дозировок сахара и одну дозировку клубники. И этот вкус классический вкус сиропа манин. В то же время, то есть это сахар. Это сахар с вкусом клубники. Да. Чуть-чуть другая, но сразу напоминает гефардовские вот эти манинусские сиропы. Justo? Sì, giusto. Dicono che assomiglia a sì. Questo cosa vuol dire? Lo zucchero costa poco. Che io ho messo tanto zucchero. Chiedilo a loro. Это что значит? Это значит, что там много сахара, 6 дозировок сахара и одна дозировка клубники. Это значит, что наши сиропы в 5 раз более концентрированы, чем сиропы наших конкурентов. Uh-huh. Это означает, что используя наши сиропы при приготовлении различных напитков, вы будете экономить, потому что этот продукт, он очень экономный. И сахар можно добавить всегда. Больше сахара можно добавить всегда, но вкус получится. Я понял. Вы, тем не менее, пытаетесь людей отучить от сахара. Тоже было бы неплохо. Это как бы вредно, да, сахар для организма, и тем самым вот эти сиропы, они более концентрированные, а если хочешь сахар добавить, добавлять, вот тебе нужно. Да, кто не любит сахар, но он хочет сиропа. Также наши шоколады, потому что если мы приготовим шоколад, сладкоежки, которые любят очень сладкое, пробуя наш шоколад, скажут, что он не сладкий. Хотя на самом деле это плюс, потому что сахар можно добавить всегда. Да. Забрать его оттуда из напитка невозможно. Поэтому, готовя наш шоколад, если человек захочет немного более сладкий продукт, он может всегда добавить либо же сироп, либо сахар. Те люди, которые не любят сладкое, они будут есть наш шоколад с удовольствием. Да, поэтому это в то же время очень здоровый образ жизни, скажем так.